Всем привет! Сегодня расскажу немного о нашей тренировке. Так получилось то, что тренерский штаб выделил сегодня определенное время для каждой группы. И сегодня мы в группе из трех человек. Я, Андрей Десятников, Гелин. Мы работали в одной группе, работали над именно нашими аспектами игры центровых. Именно подбор, работа ног, защите при определенных заступах. Тренировка прошла довольно-таки интенсивно. Мы почти всю тренировку подались. И так получилось, что мы именно всю тренировку работали над этим аспектом. Сегодня у нас тренировки по группам. Сегодня мы отрабатываем различные действия. Например, действия на подборе, постановка спины и подбор мяча. Также отрабатываем клоз-аут. С этого сезона я тренируюсь с первым составом. Я заметил то, что Фотиус очень серьезно относится к тренировкам, поэтому дисциплина у нас на первом месте. I think today's training went very well. It was only an hour long, but I think we went separate groups because I think coach has some things in mind that we need to focus on. Today we focus on rebounding and help defense. So really just the basic things that I think as a team we all need to work on. I mean, usually it's like every other team training. We all have a full team, usually around 12 to 15 people, and we just basically, we do the same things we do here, but just add 5-on-5.